Киеве в выходные решили доказать, что Украина – это Европа, и провели гей-парад, на который явились иностранные дипломаты, а с фронта специально привезли бойцов нетрадиционной сексуальной ориентации. И вся эта разношерстная кампания дружно пропагандировала однополую любовь и поставки Украине истребителей F-16. Правда, далеко уйти по киевским улицам участникам шествия не удалось. Дорогу радужной процессии преградили местные нацисты-патриоты, и понеслось. Весь этот цирк с геями и нацистами расстроил заступников Украины на Западе. Британский певец и ЛГБТ-активист Сэм Смит написал, что Украина, цитата, «не может быть частью западного мира, поскольку мыслит задом наперед, как коммунисты». И действительно, популярные на Западе идеи в украинской армии не сильно жалуют. В то время, когда на Украине демографический кризис, левые активисты приезжают из-за границы и проводят в Киеве ряд антисемейных мероприятий. Семью как союз мужчины и женщины отвергают, как старый стереотип. Это не то, за что мы сегодня воюем.